Так, ребятушки, всем большой привет. Привет вам из Франции. Я сюда приехала, как раз у сына каникулы, и вот на недельку мы приехали сюда с ним. Вот уже тут несколько дней, ну и я, наконец, вышла из такого простоя своего, так сказать. У меня была перезагрузка, я отдохнула, перезагрузилась, ну и, наверное, я не знаю, я ничего не обещаю, но, наверное, может быть, я готова. Так что, ну, сейчас начнем, а там посмотрим. Знаете что, дела у нас, в принципе, неплохо. Тут у меня вон бельишко постирано во Франции. Приехала сразу, как говорится, в дело, чтобы времени терять. Вот, а знаете что, давайте я вам, чтобы долго туда-сюда не ходить, я вам покажу свои духи. Вот то, что у меня здесь есть во Франции, давайте я вам покажу. Видео спонтанное, видите, я не накрашена. В принципе, мои просто уехали... как говорится, играть, мужички, а я осталась одна, думаю, что делать, дай-ка видео сниму. В общем, как бы уже и пора. Вот, итак, девчонки, значит, у меня здесь во Франции вот такой вот парфюмчик от Новой Зари. Называется «Очаровательная шалунья» Espiage Charmant Parfum. 30 мл, ну вот, Nouvelle Etoile, такая желтая коробочка прикольная. Слушайте, я ее 100 лет не нюхала, я даже, честно говоря, ее перед видео не удосужилась понюхать. Вот она у меня, я ее привезла, видите, вообще целая. Вот, сейчас вместе с вами, но только в магазине нюхала и пару раз наносила на себя в Москве. Приятненькая такая, конечно, это Espiage. Как она, да? Типа того. Очаровательная шалунья, короче, по-русски. Вот. Слушайте, неплохая. Сейчас я так воздух брызну. Ой. Очень ничего, с чем-то ее там сравнивают, не помню, с чем. Ни на что она, на мой взгляд, не похожа. Забыла, с чем сравнивают, но помню, что я прочитала и подумала, что вроде бы нет. На мой взгляд, не похожа. А так вообще ароматик такой, знаете, веселый. В принципе, я не могу сказать, что он прям летний. Он достаточно такой... Вот он прям, знаете, как коробочка, действительно очаровательный такой ароматик, желтенький, веселый, какой-то такой позитивный, и на летний денек, и вот на сейчас, в принципе. Вы знаете, я его сегодня вполне-вполне могла бы нанести. Главное, приехала во Францию, а здесь 3 градуса, и вчера шел снег, представляете? Вот так, хорошо не минус, плюс. Но все равно, ходим в шапках, в шарфах и в перчатках. Ладно, дальше, отвлеклись. Дальше у меня здесь, помните, синема, да, вот я ее отвезла, эту синема, вот она у меня здесь, в общем, отдыхает, и в Сен-Лорановская синема. Вот, вот столечко уже потихонечку. Вот, ну, брызгать не буду, аромат я знаю, видео у меня было по этому аромату, просто показываю, что у меня здесь в закромах во французских. Дальше показывала вам летом вот этот аромат, тот, что, помните, у меня даже было видео там, да, Тьерри Мюглер или что-то такое, ангел за 10 евро. Вот такой ароматец. Девчонки, и у меня был человек, кто... Да ей-богу, Тьерри Мюглер. Я сейчас, главное, в нем сижу, поэтому я прям так... Ну, вообще, капец. Ну, не прям-прям, да, но очень близко. Ребят, ну, а что вы хотите за 10 евро? Поэтому за 10 евро вообще вполне прям нормально. Для любителей таких ванилек, шоколадок и прочее. Ну, кстати, вот, ваниль, шоколад, да, шоколя. Слушайте, что хотела сказать. У меня был человек, кто просил у меня вот этот аромат, а я говорила, что он во Франции, и когда я поеду, я привезу. Значит, девчонки, сразу уже мы с этим столкнулись, с Ирой, с Ирочкой, с моей, да, любимой женщиной Механика Гаврилова. Значит, я хотела отправить ей аромат, и столкнулась с тем, что ничего у меня не получилось, я расстроилась окончательно, и это в Англию надо было отправить аромат, нифига меня послали на нашей почте, вот, и тоже человек, в общем, короче, девчонки, я не знаю, как вы делаете пересылку, делаете ли вы пересылку, ничего левого я не могу делать, если там, ну вот, да, писать, что типа это не аромат, а что-то другое, нет, ребят, я не могу этим просто заниматься, я не могу это сделать. Ну, просто, да, не дай бог, что-нибудь меня закроют куда-нибудь въезд сюда, в Европу, и что я буду делать, поэтому нет. Ну, это просто того не стоит. Поэтому, к сожалению, я, если вы меня сейчас смотрите, кому я обещала, я не могу вам отправить этот аромат, как мне не жаль, ну, к сожалению, не могу. И, девочки, если у вас, вот, может, Олечка Райкова меня увидит, как вы кому-то пересылали аромат же, по-моему, да, Оль?
Напишите, может быть, мне там в Инстаграм, или как вы пересылали. Вы, конечно, по России пересылали, по-моему. Ну, я просто не понимаю, да. Я, конечно, хотела за границу. В общем, пожалуйста, девчонки, у кого есть опыт пересылки ароматов, поделитесь. Легальный опыт, такой легальный. Теперь смотрите, приехала и не нашла свою Марусю. Думала, все, капец, Марусю потеряла. В общем, купила, расстроилась, купила новую Марусю, пошла. Растерроризировала мужа, ограбила и купила новую Марусю. Вот так она выглядит. Видите, она у меня еще не запечатанная. Принесла ее домой. И нашла в этот же день старую. Представляете себе? В общем, теперь у меня две Маруськи. Пока открывать не буду. Буду жидиться и хранить. Жидиться буду. Вот, ой, девчонки, не могу, и мальчишки. Ну, я вот прям обожаю, честное слово, прям не могу. Красота. О, слушайте, еще одни духи забыла. Где они у меня? Потом, наверное, остановлю видео, сбегаю в конце. Ну, дальше. Дальше, вот он этот, помните, у меня тоже было видео, мои нестойкие ароматы. Вот это булгарим, он жасмин нуар. Да, вот такой он симпатичный. Здесь была черная ленточка, потерялась. Все хорошо, я когда приехала во Францию, в первый день им надушилась, тут же, как обычно, он улетучился, в общем. И главное самое, знаете, я почти не душусь. Кто-то в моем доме потихоньку, мне вот смотрите, да, у меня там часто бывают в доме люди, у меня трым, и смотрю, нет аромата, да, при всем при том, что я почти его не трогаю. Ну, в общем, как-то так, кому-то нравится, видать. Так, Вандербильт, тоже было отдельное видео, полночь в Нью-Йорке. Ну, просто мы с вами вспомним, да, все, что у меня здесь есть. По-скоренькому. Прекрасный ароматец. Сейчас тоже брызну в воздух. Ой, девчонки. Ой, шикарно. Потрясно. Прям как раз к футболочке манго. Я сейчас, может, привстану. Так, у меня футболочка здесь манго. Из магазина манго. Ой, классный. Я соскучилась, наверное, девчонки, с лета по нему. Вообще по всем этим ароматам. Ой, не могу. Прямо обожи-преобожи. Еще такого цвета позитивного, да, малинового. Классно. Ой, пахнет. Ой, суперски просто. Ну и подходим почти к завершению. Вот помните, я вам показывала, еще был у меня такой вот ароматец. Он продается у нас в магазинах, в Леклере, в Карфуре, Бьенетер. Парфюмированная как бы вода, ну, для всей семьи, семейной. Она просто, она дешевая. Ну, как дешевая, я не помню, десятку, наверное, тоже стоит. Пахнет потрясно просто. Но, опять же, очень нестойко. Просто очень нестойко, но восхитительно пахнет. Я не могу. Так, девчонки, помните маленький мой вот такой вот, да? Эудосуар от Сислей. Вот маленький малыш, 2 мл здесь. Я его храню. В такой коробчонке, сейчас покажу вам. Господи, 100 лет, слушайте, как будто вообще никогда в жизни про духи не снимала. Что-то, знаете, прям так отвыкла вообще. Вот в такой вот он тут коробчульке, да, и видите, такая тут девушкина голова. И бумажонка у меня здесь была вложена, ля-ля-фа-фа, про этот аромат, в общем. Ну, из чего, наверное, чего из чего и почему, что-то вроде этого. Так что вот так вот, все вообще... Вот этот вот, во всяком случае, пришла и сразу понюхала. Надушилась сразу булгари, потом душилась синема, потом душилась Марусей. По-моему, остальное все только нюхала. Так, и что еще вам не показала? Да, еще покажу сейчас мужские. Сейчас еще сбегаю за одним парфюмчиком, за женским, который сегодня купила. Покажу вам пока, чем муж душится. Вот он выдушил, у него был такой маленький Dior Homme. Вот, выдушил он этот Dior Homme. Мне нравится, как он. Вот у Диорчика пахнет. Ну, еще как бы ладно, да, я думаю, многие знают. Такая классика, ну, хорошая. Девчонки, значит, что обожаю? Ну, Dior Homme, это, конечно, хорошо, но... Сейчас повыше как-нибудь так. О, а так? О, так совсем высоко. Так, девчонки, что подарила мужу? Хоть как-то потереть его. Подарила мужу что? И, в общем, вот, смотрите. Я просто обожаю этот аромат. Это Ральф Лоран. Поло, да? Поло. Слушайте, уже сама забыла. Да, Поло от Ральфа Лорана. Туалетная водичка. Я даже не помню, сколько здесь миллилитров. Слушайте, наверное, 50. Не вижу. Я, по-моему, хранила, а муж ее взял и выкинул. Нашел и выкинул. А, 75 миллилитров у меня здесь.
Слушайте, девчонки, не смотрите, что заляпанный руками флакон. Ну, классный просто аромат. И знаете, он такой какой-то не просто классный. Ой, слушайте, он вообще, он классный. Вот из мужских ароматов у меня есть один, всю жизнь был один самый любимый аромат. Многие из вас его знают. Это «Эгоист» от «Шанель». Это классический «Эгоист», самый первый «Эгоист». Не тот, который платинум, он потом пошел платинум. Он более такой как бы современный, более такая версия, ну, они похожи, но и разнятся одновременно. И вот мне совершенно, кстати говоря, ну вот, ну не нравится мне платинум, ну, наверное, на фоне «Эгоиста». Классический, это просто, наверное, многолетняя любовь. Какой-то для меня вообще магический, сексуальный совершенно аромат. Я, знаете, как кошка, от я тащусь от него просто, от «Эгоиста». Так что, если кто хочет завоевать меня, даю наводку. Вот. И много лет никакой аромат, в общем, не мог сравниться с этим ароматом, пока я не надыбала вот этот вот Ральф Лоран. Слушайте, я просто не могу. Это такой же аромат, я прям, знаете, хожу как кошка. И мужа нюхаю, заставляю его душиться, заставляю просто, потому что он как-то так, я вам рассказывала, он не любит запахи абсолютно, для него лучше вообще никаких запахов. А я хожу и требую, чтобы он душился, иногда там его душну, иногда сына тоже побрызгаю, чтобы нюхать кого-нибудь. Вот, так что всем-всем, девчонки, рекомендую, ну, как минимум, вот, к затесту. И вообще, если, мне кажется, вы вот своему мужчине вот от 18, как говорится, да и раньше, от 16 и до 100, и вы не прогадаете 100%, прям вот голову даю на отсечение хоть сейчас. Чем еще-то муж душится? А, еще у него тут есть вот такой вот аромат, Hugo Boss, 50 миллилитров, а что это вообще? А, туалетная тоже водичка Hugo Boss. Ну, неплохая, девчонки, неплохая водичка, да. Сейчас мы с вами откроем, он просто ее, я уже ее вскрыла, чтобы он вообще пользоваться начинал. А вот он, знаете, вот у него есть одна, и все, одна тут, одна в Болгарии, одна в России, и вот он мне больше не надо. Так что вот такой красивый, честно сказать, пузырь у Hugo Boss. Такие вот тут вбитые такие буковки. В общем, мужской черный флакон, я ничего не могу сказать, классный просто, аромат тоже хороший, тоже классный, такой мужской, без всякой сладости, без всякой ванили, без всяких, вот, хоть я и люблю вот этот аромат, помните, я вам говорила, и даже душусь им сама, как его, то бишь, тот, который у Тома Форда, а, и табак, и ваниль, и от Givenchy, о боже, блин, было у меня видео, девчонки, вот убей, разорви, забыла, у меня сейчас голова в отключке в какой-то, и, как же называть, а, о боже, Каролина Эрейра 212, секси мен, вот, да, секси мен, вот он такой, знаете, унисексовый, то есть он вообще-то мужской, но у меня он есть, я пользуюсь им вот, да, несмотря на то, что он мужской, он не всем нравится, потому что он немножко такой, знаете, слишком, как бы, может быть, приторно-ванильный. Вот, а этот такой тоже мужской-мужской аромат, вот такой прям мужской-мужской, но все равно, конечно, он для меня, хоть и классный, но все-таки проигрывает Ральфу Лорану и шанелевскому «Эгоисту». Девчонки, а теперь затягивать не буду, сейчас поставлю на паузу, приволоку то, что сегодня купила и вам хотела показать. Сейчас. Ой-ой. Девчули и мальчишечки мои, вот смотрите, купила я вот такой вот ароматик, это от Жака Санпре, слушайте, а ничего не путаю, да, Жак Санпре, Индра, Eau de Parfum, парфюмированная водичка, вот она, это Индра, купила я ее в нашем Леклере, в магазинчике Леклер, сколько здесь, 100 миллилитров, между прочим, слушайте, а обошлась она мне в 6 евро, 28 евроцентов, вот эти 100 миллилитров. Слушайте, она, естественно, у меня запечатанная, вот, не было тестера, я ее не могла потестить в магазине. Ну, не знаю, я сейчас, конечно, я сделаю, наверное, вам на нее отдельное видео, ну, давайте, может быть, сейчас просто покажу, как она выглядит, или что скажете, или потом уже показать, как все это дело выглядит, да, наверное, давайте так и оставим. В общем, Индрочку купила я, и сделаю, наверное, по ней, может быть, отдельное потом видео. Вот такое, как бы, замануха у нас с вами будет, да? Вот. А сейчас, знаете, что хочу сказать? Ну, сейчас последний раз покажу вам вот всю свою вот эту вот коробёшку. Все свое здесь добро, что у меня имеется, да? Вот здесь вот. Вот. Ой, и хочу сказать напоследок. Ребят, сегодня будет видео таким не очень длинным. Здесь у меня очень медленный интернет, поэтому вообще крайне медленный.
Я хочу вам сказать, что, девчонки, большое спасибо, пока я была в этом простой, да, и пока я занималась перезагрузкой и настройкой вообще себя, как бы, да, к жизни и реанимации и прочим, я хочу сказать большое спасибо всем, кто в это время мне написал, поддержал и так далее, да, сказал свои слова какие-то вообще просто добрые, просто сказал: «Алло, как ты там? Привет, ты там, давай, снимай видео». Туда-сюда, ну вот какие-то такие, да, слова, кто как, все по-разному, но, в общем, Ира вообще меня, она же, Андрей Придатка, собакерками своими тоже вдохновила, говорит: «Собакерки тебя целуют и ждут», и, в общем, все, да, и можно сказать, говорят: «Снимай видео», и я тоже, и так далее, Леночка Малена, и Алуся моя из Франции, и девчонки, если вдруг кого забыла, уже извиняйте, да. Еще мне кто-то писал, девчонки в Инстаграм писали, Лариса мне писала, вот Лариса и Света писала, Света, с кем, да, тоже блогер, с кем мы, кто готовит у нас по готовке, блогер, да, готовим со Светланой, я боюсь фамилию, Свет, твою забыла, Волосюк, да, по-моему, вот так. Ну, Светочка, у меня есть переписки, поэтому можно ее найти очень легко. Так что, девочки, все, кто меня не забыл, все, кто два слова написал, и я вам очень благодарна, большое спасибо. И действительно, знаете, они как-то вот, ну, наверное, вместе с моей перезагрузкой я так как будто бы, знаете, какую-то энергию положительную от вас словила, и она немножко так добавила мне, как говорится, позитива, что думаю, ну, не одна, ну, люди ждут и вообще помнят меня, а кто я такая, чтобы меня помнить? Ну, кто-то помнит, и это как-то, знаете, думаю, собралась, встала, пошла и сняла видео. Вот хоть как, хоть комом, хоть как, но сняла. И все. Так что, ребят, все. Я буду надеяться, что я уже не пропаду на 2 недели. Надеюсь, что перезагрузка завершена. Все. Безу-безу. И начинаем сначала. Все. Пока-пока. Всех целую, обнимаю.